Всем привет! Сегодня 28 число, и я иду на пиявки. У нас на улице прям сегодня свежо, очень свежо. Хорошо, что я потеплее оделась. Я выглянула с балкончика, не было времени там снимать. Думаю, все равно сейчас пойду и с вами по дороге пообщаюсь. Вот, и смотрю, ветер прям такой серьезный, и люди прям идут, кутаются. Думаю, надо одеться потеплее. Наша сказка сзади. Я сегодня проснулась в 7 часу. Мне так нравится, что я хоть стала более-менее высыпаться. А то прям у меня бессонница какая-то была. Потому что, когда выспишься, вроде и есть, как сказать, стимул для работы, да? Может быть, не в такой степени, как вообще он должен быть, но, по крайней мере. А когда не доспишь, весь день, как вареная курица, ходишь, вот... Я иду тепло одетая в шлепках, потому что туфли не смогла одеть. Да и сейчас же я пойду, мне там, когда укус пройдет, вернее, когда она меня покусает, там нужно же будет ватные тампоны накладывать и потом обуваться. И как бы... Не знаю. Туфли я точно бы не влезла. Вот. Люди смотрят. Ну, пускай. А что мне делать остается? Вот. Вы мне там посоветовали по поводу того, что купить кроссовки прогулочные. Если бы эти кроссовки на меня налазили. У меня проблема в том, что широкая нога. Это раз. Это во все времена было, еще когда у меня не было проблем с ногами, что я очень сложно находила себе обувь. Высокий подъем. А сейчас, при том, что у меня идут отеки большие. Ну, у кого слоновец, тут, наверное, знает, что это такое. Или кто хотя бы представление имеет, что это такое. Потому что они именно собираются чуть выше пальцев, такие как подушечки. И очень сложно всовывать туда ногу, и это больно. Поэтому я бы с большим удовольствием купила какую-то обувь. Сколько у меня ее уже куплено, и она хорошая, но не подходит. Я в прошлом году купила такие джинсовые, да, но они прям хорошие были, с резиночками, растягивались, все. В этом году они мне не налазят, представляете? То есть по сравнению с прошлым годом пошло еще ухудшение. Ну, это и понятно, мы же не молодеем, и если она продолжает развиваться эта болезнь, я вообще не знаю, скоро я вообще из дома не буду выходить, наверное. Вот, так что вот такие дела-то. Я уже опять подошла к своему этому дому. Я вчера ей позвонила, она мне говорит, давайте в 4 часа подойдете. Я говорю, в 4 не смогу подойти, потому что в 4 я вообще даже и в шлепки не влезу. Вот. Так что у каждого своя проблема. Мне еще одна подписчица написала. Опять деньги, деньги. Ну, я очень рада, что вы все делаете бесплатно, что у вас нигде не участвуют деньги. Мне остается за вас только порадоваться. А как бы в моей жизни это неотъемлемая
такая часть, что куда ни ступи, везде нужно заплатить. Везде нужно заплатить. И причем заплатить не 5 копеек. Я у вас не прошу, опять же, подписчица мне там одна написала, то ли с издевкой, то ли от чистого сердца, что попросите у подписчиков. Да ни у кого я ничего просить не буду. Кто посчитает нужным, и так переведет. А я привыкла проблемы свои решать сама и буду их решать сама. И от того, что там предыдущие разы там кто-то на меня катил бочку по этому поводу, можно подумать, что мне кто-то перевел там миллионы, а я продолжаю попрошайничать и все остальное. Ой, меня просто удивляют такие люди. Это, знаете, каждый меряет по себе. У них в мозгах то, что все такие, как они. Вот. Мне остается просто их пожалеть, и все, как я делала это в предыдущие разы. Олечка, ты моя добрая фея, я тебя опять благодарю. Как ты меня балуешь, милая моя. Я прям не знаю, нет слов. Вот нет слов. Вот. Все. Я уже подошла. Смотрите, уже опять подготовили к осени. Клумбочки вскопали. Я видела, женщина здесь такая в возрасте копала эти клумбочки. В общем, погода шепчет на улице. Такие облака. Солнце там кое-где проглядывает. Вот так вот будет красивее смотреться. Клумбочки. Мы раньше вот эти кустарники, которые за розами, нарывали и делали веники, заметали во дворах. А сейчас они вот как декоративные кустарники здесь растут. И там, и тут. Везде, а может, для этих целей и посажено, кто его знает. Там вот мне сказали, что название вот того цветка какой-то. Сейчас уже я опять забыла. И сказали, что он вредный, короче. Забыла как. Что-то в последнее время как-то либо под действием таблеток, я же продолжаю таблетки пить, либо еще возрастной, не знаю, может, я старею. В голове крутится, знаю название, а сказать не могу. Потом уже перестану говорить, через секунду появляется это название, прям как какое-то наказание. Вот. Так, ладно, пошла я получать удовольствие. Посмотрите, какая красота. Выглянуло солнце. И на улице уже стало жарко. Представляете, полчаса каких-то прошло. Солнышко выглянуло. И стало вообще, что называется, тепло-тепло. Это я опять подошла к скверу. К скверу. К скверу. Вот так вот язык заплетается. Это дерево вообще уже желтое стоит. А здесь все еще зелено-зелено. Травку покосили. Она подросла и такая красивая-прекрасивая. Молодцы все-таки. Трудно верилось в прошлом году, что будет такая красота. Но в этом году просто вообще. Сердце радуется. Я уже отстрелялась, как называется. Каждый раз я прихожу и выслушиваю свой адрес столько всего, как будто я специально все это сделала себе. И хочу, чтобы это у меня было. И проявляется ж оно не сразу. Вот он, его не было, не было, потом раз и взялось. Она говорит, вот так надо делать, так. Я говорю, да я делаю все, говорю, хотите верьте, хотите нет, я делаю все.
Ну, я ж не виновата, что вот так вот, я говорю, уже столько таблеток перепила всего, ну, эффекта ноль, что я могу сделать? Нет, но по сравнению с тем, что у меня было, что сейчас, и, конечно, и таблетки помогли, и пиявки помогают, все равно небо и земля по сравнению с тем, что у меня было. Вот. Я сегодня, видите, в своем кардиганчике. Ирочка, привет! Спасибо тебе, дорогая, что ты мне прислала эту пряжу. Я прям наслаждаюсь. Она такая мягкая-мягкая, теплая-теплая, не колется вообще. И вот когда такая погода, ни холодно, ни жарко, спасает, что называется. Я хотела одеть свое пальто, но подумала, что опять будет жарко. Ой, жучок какой-то по мне ползает. Вот, я зашла в Пятерочку, и там столько акций всяких разных в Пятерочке. И надо хоть иногда туда, конечно, заходить, потому что я вообще-то зашла только за уксусом, а столько много всего купила. Вы подслушиваете меня, да? Подошел мужчина, стал, делает вид, что куда-то вдаль смотрит, а сам стоит и слушает меня. Представляете, я ему говорю, вы подслушиваете меня? Он говорит, да. Говорит, что это у вас такое? Ну, для многих людей это как бы еще в диковинку. Вот. Я ему рассказала, что это такое. Вот такие вот. Бывают казусы. Повернулся, пошел туда, куда-то дальше. Сейчас, наверное, время 11 час, потому что как бы уже много людей ходит, да, ну и я еще, наверное, ну минут 20, а может больше я была в Пятерочке. Тоже в Пятерочке ходила, мужчина тоже ходит, чихает, кашляет. Я от него ухожу, у меня такое впечатление, что он следом за мной ходит и на меня чихает и кашляет. Дай бог, чтобы не заразиться мне от него. Ой, не хочется болеть, я не знаю, как не хочется болеть. Ну, что будет, то и будет. Тво-тво-тво. Говорят, не буди лихо, пока оно тихо, правда? Ладно, посидела немножко, пойду дальше. Еще одна остановка около дома. Посмотрите, я говорю, с каждым днем осень ступает в свои права, и я буквально на днях снимала. Только тополь был желтый, а теперь, посмотрите, уже желтеют все деревья. И столько много листвы уже опадает. Наш палисадничек тоже уже к осени становится совсем другим. Но там соседка наводит порядки, там совсем по-другому все смотрится. Я пришла, села на лавочку, перед заходом отдыхаю и пойду наверх. Сегодня даже постель не заправляла. Вернее, заправила, но не складывала диван. Здесь у меня еще лежит пряжа. Я ностальгирую или любуюсь. Спицы еще не пробовала. У нас сегодня очень прекрасная погода, летняя, можно сказать, или осенняя. Что-то там за сходка сейчас. Все стоят, смалят, и женщины, и мужчины. Сейчас все наравне. Вот такое шикарное небо сегодня. Барашки такие на небе. Я вообще забросила вязание, практически не вяжу. И не потому, что я не хочу. Вязать-то я, может быть, и хотела бы. Но так как я уже с утра вам рассказала, где я была, естественно, я пришла домой, пока это у меня закончилось кровотечение. Тут позвонила моя подруга, потом
Галина с канала Галина и Евгений. Мы 2 часа, наверное, ну, около этого времени сидели, общались по скайпу. Вот. Ну, а потом я пошла на кухню, то я покушала. Хорошо, хоть приготовлено у меня. Я до сих пор ем суп. Все остальное уже приготовить что-то надо, потому что там осталось совсем чуть-чуть. Это я, наверное, в понедельник или во вторник, который, не знаю, уже даже забыла, когда. Но ем всю неделю. Вот, мне надо печень приготовить. И еще вчера хотела, до сих пор никак не приготовила. Утром конвертики сделала с фаршем, с лаваша, покажу. Вот. И немножко совсем повязала, совсем чуть-чуть. И на этом все. Сейчас время уже 5 часов. И я так думала, что сейчас выйду, посмотрю, что тут делается на балконе. И пойду редактировать влог. Выставлю, сколько у меня есть, сколько я там наварила. Вот. И опять активировались товарищи, те, которые, как только я заговорю о каких-то своих ремонтах или еще о чем-то, они тут как тут и начинают там, что я, у меня плач Ярославный и так далее. Люди меряют по себе, я вообще не знаю, чаще всего, что пишут-то те, у которых у самих зашкаливает это все, они по себе меряют, я еще раз говорю, и думают, что и все точно такие, как они. Вот. От того, что они там чего-то пишут, мне ни холодно, ни жарко вообще. Ну, лишний раз узнаю, что за подписчики на моем канале приходят, с чем сидит, смотрит мое видео и, наверное, ждет, когда я где-нибудь проколюсь. Я так, наверное, это воспринимаю. Ну, если раньше это как-то еще где-то какой-то осадок оставляло, сейчас мне абсолютно все равно. Пусть что хотят, то и пишут. У меня есть наиболее насущные дела, да, первостепенные, чтобы я еще свое внимание на них акцентировала. Прочитала, удалила и пошла дальше. Ой, какие-то интересные птички, чайки, что ли, полетели. Не успею переключить камеру, поэтому не буду переключать. У нас следующую неделю, говорят, что так и тепло и будет. Наконец-то у меня пошел прогресс с ногой. Этот раз она мне удачно поставила, как раз на том месте, где у меня болела. Мы никак не могли понять, то есть она мне ставила пиявки, но никак не могли понять, где, в каком месте это все происходит. Этот раз она, видимо, попала туда, где надо. И я прям вот сегодня уже реально с обеда вижу облегчение, представляете? Ой, хоть бы это все уже скорее закончилось, потому что это настолько угнетает, наверное, я так это скажу. Я человек такой, что я люблю, чтобы было все на позитиве, а когда присутствует негатив, это вообще очень плохо. Вот. В общем, такие у меня дела. Наверное, я на этом свой влог сегодняшний закруглю. Он будет небольшой, но тем не менее я вам рассказала о своих сегодняшних делах. И, как всегда, я желаю всем здоровья, вам и вашим близким. И я прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина. Такое небольшое послесловие. Вот такие замечательные конвертики у меня получились. Вы знаете, конвертики удались. Сами по себе они вкусные, хрустящие, там все. Но фарш оказался
такой, что они, видимо, его подсолили. Я взяла еще чуть-чуть подсолила, ну, как обычно, я немножко. А в итоге он получился соленый. И, естественно, так как я не хочу загрубить, чтобы у меня не были очередные отеки и так далее, я вот съела один конвертик утром и успокоилась. Я немножко сделала. Это доем, потом сделаю еще. Я хочу завтра их на завтрак добавить воду со сметаной и пропарить, чтобы вот эта соль ушла в подливку. Я думаю, что это меня спасет от соленой пищи. А здесь, вот я говорила, вот я купила уксус, за уксусом заходила и купила себе еще вот такую морскую капусту, крабовый салат. Что-то я не посмотрела, сколько он стоит. Надо мне посмотреть будет. Как-то странно он по цене стоял. Там вообще с ценами, конечно, раскардаш, нифига ничего не поймешь. И я когда оттуда уходила, мне хотелось посмотреть, что и как. Ну, я имею в виду по ценам. То, что там было написано, или совершенно другое. И мне еще вручили вот такую карту. Сейчас я хочу активировать ее. Говорят, что будет бонус. И опять, я не знаю, сколько скидку дает пенсионерам пятерочка, но опять мне была скидка. Я, правда, не намного сегодня, прям там совсем маленько купила. Там то фасоль я купила, скидка была. Акция 60 с копейками, что ли, фасоль. Я очень люблю фасолевые супы. И иногда борщ добавляю, поэтому я ее купила. А потом на майонез на перепелиных яйцах тоже была акция. И я ее тоже купила, потому что в прошлый раз я майонез использовала. Не осталось у меня его. А пусть будет. Вот. Ну, я не показывала покупки. Не хочу в каждом видео показывать. Тем более, что они там всего ничего были. Ну вот, такое у меня небольшое послесловие.